Дорогие друзья, сегодня у нас очередная бариатрическая операция. Из особенностей, которые сегодня у нас будут, это то, что она будет носить симультанный характер. То есть вместе с лечением избыточного веса и ожирения мы будем лечить желчно-каменную болезнь. У пациентки выявлены множественные комплименты желчного пузыря. Это одна из самых частых сопутствующих заболеваний, состояний при наличии избыточного веса. Вторым по частоте является грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. И, конечно же, желательно эти все проблемы решать одновременно. Вот сейчас мы выделяем шейку желчного пузыря. Сейчас наша дорогая Юля покажет этот этап. И артистотомию мы выполняем в качестве первого этапа, потому что она, как правило, такая приятна, быстро и потом позволяет сконцентрироваться на основной части операции. Спасибо. Начали первый этап. Вот он, артистотомию. Вот чистое, аккуратное ложе желчного пузыря. Клипированная артерия и поток. Приступаем к основному этапу операции продольной резекции легкого. Спасибо. Дорогие друзья, мы закончили этап мобилизации большой передней желудка и подготовили орган к резекции. Сейчас будем, используя сшивающий аппарат эшелон, удалять большую часть желудка в большой передней. Следующий раз вам покажем результат того, что получилось. Спасибо. Мы завершили операцию. Такая сформированная новый желудок очень небольшого объема в виде тонкой трубочки, которая позволит нашей пациентке гармонично аккуратно снизить вес до необходимых значений. Спасибо большое.